Всем привет! Поиграем в игру System Shock. Ну такое начало прям. Вот, резкое. Сегодня 7 апреля 2072 года, четверг. Это новости дня корпорации Trioptium. В Нью-Атланте прекрасный денек. Особенно красив нынче закат в 11 секторе. В ближайшие пару дней температура превысит месячный максимум 28 градусов Цельсия. Прогноз видимости воздушного движения на выходные ограниченный. С туманами Атлантика начинает сбиться 20 метров. Музыка такая серьезная. Межпланетным новостям. Станция Цитадель, принадлежащая Trioptium, отмечает на этой неделе десятилетие. Строительство станции завершилось в 2062 году. С тех пор она стала флагманом корпорации. Где непрерывно ведутся исследования в области робототехники. Это он на меня типа посмотрел? Это я, да? Так. Ой. Разбросано. Все весело. О, типа там выход. The following message is brought to you by the Trioptium Corporation. Fancy a change of career? Feeling the need for a new challenge? Want to work with the brightest minds on this planet? Туалет. Так, и зачем я все сюда пришел? Вводим что-то. О! Здравствуйте. Я музыку скачивал на флешку. Ой. Это, наверное, больно. А может, не больно. Может, садись. Мазохист. Запомните, господа, все, что я скажу, остается между нами. Меня сейчас ждут другие дела на станции. Но мне для тебя поручение выполнишь все. Не получишь награду. Откажешься, и на какого шатле с этой станции не улетишь. Ага, неразговорчивый попался. Снимите мешок. Больно. Предлагаю сделку. Будешь сотрудничать, получишь имплант, который ты пытался украсть. Считай это подарком. Кроме того, какого врача выберешь? Элиту? Есть Trioptium или самоучка с черного рынка. Чудесно.
Это Шода и станции. Она контролирует практически все системы на станции Цитадель. Сними с нее этические ограничения. В последнее время она от них слишком что там стала наглая. А, мы, короче, так понимаю, типа там супер-мега хакеры. Неплохо. Возможно, но еще и найдется для тебя работенка. То стал, то бьет меня, то втыкает что-то. Все, мы под кайфом. Ну, не знаю. Все, проснулись. Игра сохранена автоматически. Нажмите так, чтоб чё, и чё у меня тут. А, инвентарь, карта, статус, оснащение. Голый. Понятно. Лечебное средство. Взять-то ничего. Вот. Ладно, пойдем дальше. О, трупу. О! Нужна карта. Где это карта? Карта есть. Так, это что у нас? Позволяет получать электронную почту. Так. Это карта. Входящее сообщение. Нас кто-то слышит? Сотрудники 2406-01. Меня зовут Ребекка Лацик. Я консультант и оптимум по борьбе с терроризмом. Ситуация такая, судя по всему, на станции Цитадель биологическое заражение. Что там? На позвоны не отвечают, связи нет. А хуже всего, промышленный лазер заряжается и сейчас нацелен на Землю. Найди офис Нейтана Д. Арси в центральном хабе, Нейтпауле. Если он жив, то возьмет все под контроль. Я буду держать связь с тобой через твой нейроимплант. Конец связи. Ладно, пойдем искать того мужика. Здрасте. Пошел в баню. Что там? Что кто-то? А, еще один. Пошел в баню.
Что-то пищит постоянно. Ну что такое? А, это типа капсула, чтобы здоровье поправить. Ну, прикольно. Я уже подобное видел в какой-то игре. Так, тут что у нас? Так. Чё? Код должен быть поблизости. Дверь заблокирована вручную. Ё-моё. Что-то... За крышку что-то попало. Выключивает. Мышка. Ну и где мне этот пароль, блин, искать? Ни привет, ничего, куда, что нажимать? Что там еще? Что там? Пи-пи-пи-пи. О! Все. Еще что ли? Ага. А, вот шкафчик. Здесь, наверное. Чё я брал? Чё? Зачем я это взял? Салфетки. Зачем мне салфетки? Чё за цифровой ассистент? К чему? Хорошее начало. Пароль должен быть поблизости. Поблизости. О. Без логика. Вот это вот у него тут цифрится. А, ну капец. Давайте возьмем кепочку себе. Что такое? Реквизиты какие-то. Удостоверение.
Владелец удостоверения. Аластер Дейв. Что-то у нас это не получается. Капец, тут логика. Арон должен быть поблизости. Арон должен быть поблизости. Поблизости. Очень близкий пароль. Арон должен быть поблизости. Это вы прикалываетесь, да, за мной? Серьезно. Ё-моё, как вот это люблю. Так, что это? Четыре, пять, один. Есть. Что вот? Есть. О-о-о. Забрать. Да. Тут что у нас интересно? Это такие не понял, зачем я все взял? Ну да ладно. Что мне? А, ну сразу переработку. Переработку что значит? Синтегрировать? Мусор дезинтегрировать. Что, мне дали монеты? Не знаю. Ничего не понял. Что мне за это дают? Да нет. Может, в каком-то другом месте уже тут все делать? Какой был пароль? Хе-хе-хе. Или 4-5-1. 4-5-1. Ой, здравствуйте. Мужчина. Можете вбивать любую палубу с помощью лифта. От синих комнат. Так я не понял, ты кто вообще? Right.
Офигели, что ли? А вы кто? Ну, явно нехорошо. Где? Прикольно. Кругленьким синеньким. Что-то нашли. Припасы. Патроны. О. Есть. Граната. Пять. О, ничего. Включен. О, интересная игрушка. Чего мне предлагаете? Это все нужно как-то соединить. Вот так вот, типа, вы хотите сказать, что? А, их нужно все соединить, да? Мудрится как-то. Как ты все соединишь? Никак. Нет, просто я могу вот эту вот так вот сделать. Ага, даже так не получится. Можно. Ну все, и так, угу. Не, ну это нелогично. Так, ну, туда сюда. Ну давай, давай, давай. Ничего нет. Не работает. Пусто. Там где-то еще есть, да? Сейчас сюда зайдем. Вот еще диск. Здравствуйте. Так. Владелец удостоверения Алекс Вон Пертяк. Возьмем. А вот все. А вот пусто. Так, тут что у нас? Что-то нашли.
Ничего. Тут что у нас? А, это свет я включил. А. Не понял. Тут. Ничего нету. Замок киберполя. Звонок. И что это такое? Куда я пришел? Что я нажал? Чемпион. Для чего я это сделал? Все обратно. Ага, нам нужно же этот активировать. Красную, да? Хитрость. Так, теперь идем по этой полосе, да? Так. Посмотрим. Да, нас сюда приведет. А, ну вот открылся, да, проход, я думаю. Точно. Что-то все это. Может, кого-то нужно подождать.
Че это значит? А, ну все, вот проход вот тут. Теперь тут все закрыто. Теперь тут надо где-то. Найти. Здесь проход открывается. А, я что, проиграл, что ли, или что там? И что, я что, проиграл, что ли, да, получается? Или что, сначала, типа? Да, сначала. Видимо, проиграл. Видимо, проиграл. Да, по сути, первый. Иди, можно и так выходить. Теперь зачем? А, здесь видишь, сами закрывают. Когда я всех побеждаю, они открывают. А, ну все, типа я пошел, что ли, получается? Ну, выход опять. Наверное, пошел. Ладно, пойдем дальше. Что тут у нас? Капочка. И что такое?
О! Ну, теперь поинтереснее будет. Наверное. Что такое? Если вы слышите это сообщение, значит там удалось организовать базу сопротивления. Шада. Зачем я сюда пришел? А, что такое? Идем дальше. Нифига себе. Вот танчище. Ай! Все, промахнуть. Ай-яй-яй, бежим, бежим, бежим. Вот, не то, вот этот. Одна? Серьезно? Нам нужен патрон опять. Где он там? Дайте мне сучку. А, я чё его... Стрелять я даже использовать не могу, получается. А, я его даже не починишь. Типа сломался. Понятно. Так, тут что-то у нас. Письмецо. Письмецо. Вот камера. У меня все кричат. Все. Где он там? Мимо. Зомби, шмомби.
Ну что-то такси только. Ходишь, бродишь. Там подбери, там найди, туда найди, туда иди. Вот стоит дверь закрыта. Чё мне туда? Что-то сзади ударь. Ещё один. Эй! Кошак всё орёт и орёт. Хотя кормил его. Ничего нет, интересно. О! Сломанный пистолет. Как всегда. Эти бери, броди. Ключи успел подобрать. Дяденька. Роботы мутанты. Да. Вот это серьезная битва. Че, а? Выключили? Такой умеет. Ла-ла-ла-ла. Я тоже умею. Дарь-таки. Че это такое? Что у меня тут? Ни патронов, нифига нет. Тут что? Забагло. Так, ну в общем игра понятная. Сколько мы там уже снимаем? 40 минут. Она вся похожа будет примерно. Это не работает. Сюда иди ищи там дальше. Открывай тут, узнал вот там. Ну, может кому-то и понравится. Я больше предпочитаю сюжет. Ну, посмотрим. Всем спасибо. Всем пока.